Всем привет, это Туп, солнечная Италия на проводе. Симончик мой сидит на окошечке. Ничего не предвещало. Ничего не предвещало сегодняшнего встречи. Блин, у нас дождь на улице прошел. Такая погода. Не то, что жарко. Сырость. Вот прям сырость я получила. Да иду, ты посмотри, приехал, блядь, и извиняюсь за французский, и то самое. И звонит, и звонит, и звонит, и звонит. Все утро звонит. Че звонить-то? Не могу понять. Звонит, и звонит, и звонит, и звонит. Вообще уже. Ну, как стояла, как была, так и пошла. И вышла, то есть вернее. Разборки продолжаются. Все, разборки у нас. Сейчас же, наверное, что-нибудь да и забыла. Звонит. Где он? Так, а где ты? Чё? Ила, то я макина. Я не знаю его машину. Я вообще в машинах не разбираюсь. Я не знаю машину, я постоянно куда-то сажусь. Карло, рекорди, коми мис у нас идут, а да, он сеньоры. Я один раз думала, что это он, села в машину к чуваку, пристегнулась и сижу. Мужик на меня вот такими вот глазами смотрит, думает, боже, что это барышня тут делает. Каза по суфари. Дизель. Подожди. Эти маски, маски, маски. Постоянно маски. Ты взял кодичи фискали? Кодичи фискали взял? Сейчас надо зайти в аптеку. Кстати, у нас эта аптека работает 24 часа в сутки. И спросить, если дают маски, то... Ну, помните, я ходила по документу бесплатно. Ну, глянь, я как дома была, так и вышла. В Сашиных штанах я. Без маски ж никуда не пускают, сейчас я спрошу. Не дают. Говорит, мы с первого числа уже не даем маски. 50 копеек маска стоит. Дверь закрыл. Боже, какой он медленный. Поедем, заедем сейчас к Франку. Там где-то Лину с Джоэлой. Блин, я вот так вот оделась, я как стояла, так и пошла. Ужас какой-то по городу так шляться. Слушайте, а у меня так ничего, так себе. Чё? Блин, это вот единственная, что складка на животе после кесарева сечения. Ну, я думаю, что это даже не знаю, девочки. Может, боже, этим заниматься надо. Тут лень пойти за какие-то анализы. Что я пойду узнавать, когда мне живот за бесплатно обрежут. Боже, какой медленный, это ужас. Он что-то еще, наверное, у меня только маска. Тоже женщина в перчатке, в маске, потом вот эта вот штука сверху, это ужасно. Девчонки, в такую жару это ужасно. Мы заедем сейчас к Франку на обед. Каждый будет платить за себя. Сразу говорю, потому что знаю, что некоторые спрашивают. Девочки, помните, я вам рассказывала? Вернее, не рассказывала, а говорила, что я вас познакомлю с одним каналом. Сейчас я вам расскажу. Это не реклама. Все у Сантита. Не реклама, это я от себя говорю. Девка просто, я даже не буду говорить, не девушка. Боже, да открой ты эти двери уже. Апри. Я даже не буду говорить девушка или женщина, потому что вот такая вот своя деваха, просто своя рубашка. Она, кстати, на меня чем-то, ну, по крайней мере, я вижу, есть какие-то сходства. У нее... Братца. Братца. Мама моя, какая щедрость. Что это так? А?
Сейчас расскажу. Блин, стоял, звонил под дверями. Конечно, думаю, сейчас что-то забуду. Очки забыла. Да. Как красиво насажены цветочки. Женщина. А, Клино и Джуэли. Я ж не ем кикбаб. Они нас позвали, приходите кикбаб есть. Я ж кикбаб не ем. Бонжорно. Коронавирус. Корона. Бон аппетито. Да, бада, франко, он ризотто. Вой? Come mai kickbap non franco? Andiamo? Sono già andato loro a franco ieri. Ah. Però hanno mangiato poco. Ah. Sto consumando una. No, sono io che sta pure il bancale, però ci manca il lupero perché tu se va a fare la sottare. Andiamo. Mi fa ridere lui, mi fa ridere ragazze, mi fa ridere. Ride, ride, che mamma ti fa le gnocchi. Stasera ti frusto quello con il sangue. Ah, idiom, Carlo, idiom, non lo говоришь, пошли, Carlo, идем. Andiamo, dai, su. Dai, camminare, camminare. Va. È pure militare oggi. Sei dimagrita, Gela? Ti vedo sgonfiata, eh? Oh sì, però ora mangia, bevi. Direi che si fa presto a riprendere la quota. Va bene, va bene. Non abbiamo più 20 anni, non già ne pa 20, ma non è dello, sto tostiem. Guarda, meno male, meno mangiamo un capricchio. Mamma mia, come будет стоять сейчас 2 часа, сейчас будет та 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 та. Я говорю, пошли, они же уже поели, что нам? Пошли. Чао. Чао. Dove andate dopo? Andiamo dopo con noi? Venite con noi dopo? Ciao, bimbi. Мне София сказала, что он температуру меряет при входе в этот самый Карло Гардон фододетр. Но он сведе немты, ква? Ква? Нет? Сведе? Тоже в маске. Говорю, что, они уже поели, говорю, попили. Что ты там стал стоит? Стал стоит. Ну, какой-то припизженный стал. Приторможенный какой-то. Встанет и стоит. Что стоять? Лянь, лянь, лянь. Господи, где я тебя нашла? Смотри, какая женщина красивая. Allora. Ciao, Francone. Ciao. Non mai siete capitati qua? Sono sempre... Io l'ho detto. Sì, te lo credo mai. Ha detto io, ti ha detto andiamo a kickbap. Io dico io kickbap non li mangio. Ha detto andiamo ormai da Franco. Si paga una per cosa e via. Tutto a posto? Allora, vedo bene. Sì, siamo sopra anche il sud. Todino che te sempre lavorato. Ma te scherzando, mi hanno fatto un fumo quando venivo in capo. Sì. Perché secondo me tutti l'hanno preso l'ora. Ah, sì? Quello come si sì, Okay. Oops, did a good
переключаемся. Девчонки, смотрите, я хотела вам рассказать о девочке. Вот смотрите, если посмотрите на аватарку, мне кажется, что она меня чем-то похожа. Но она, конечно, помоложе меня намного. Очень красивая девочка. Вот такие вот глазища, губища, красивые зубы. Вот такие вот груди, прямо не черешни, а капусты прямо. Савойские, я не хочу, мне не нравится. Савойские капусты. Девочка зовут Оля Белис. Я уже говорила о ней в своей трансляции. Девчонки, у нее очень классный ник. Ник очень классно запоминается. Очень просто. Оля Белис. Я когда с ней разговаривала, говорю, блин, Оля, я говорю, ну как вот вы такие придумываете названия? Говорю, как вы придумываете такие названия каналу, говорю. Я тоже теперь хочу быть Марина Мартини. Я говорю, просто название канала Оля Белис, а я еще люблю Белис. Это бронзин. Я же могу приметы, пани перте. Ну, ты сейчас много заплатишь за рыбу. Я говорю, я же буду платить за себя. Девчонки, канал очень классный, очень живой канал. Замужем за иностранцем. Она сама с Киева, художник. Девочка творческая, вот у нас с ней что-то есть общее. У них 13 или 15 лет разница с мужем. Муж такой, кстати, симпатичный. Очень такой, он учит русский язык, он на русском разговаривает. Очень такой, блин, мужик молодец такой. Мы все понимаем, все это. Вот смотрите, вот ее канал. Название очень классное. Она, кстати, тоже мукбанги снимает. Ты можешь помолчать? Можно такие белые рогаться. Вот эти хочу видеть. Не сумели, Карлос? Нет, мне кажется, она похожа. Я же говорю, девочки, придурок. Ну, не мандат, ну, ничего. Так, не, она не вот так делала, а вот так, она просто улыбается. Ну, губы девчонки, наверное, надули. Ну, губы большие. Почему не принимаешь? Оля, не слушай никого, ты очень красивая девочка. Нет, она пиджова не Диме, а Стас Кирцанда, она меня моложе. Ты шо? Очень красивая женщина. Ты шо? Посмотри, какие груди. У нее такие груди такие. Посмотри. У нее у мужа два сына от первого брака. И она... Да она красивая девка. Ты что ты рассказываешь? Девочки, не слушайте. Вот сейчас я вам покажу. Вы шо? Ну вот у них было... Они прямые трансляции ведут. Сейчас. Вот. Их квартира. Они ведут прямые трансляции. Сейчас они в Меланезии. Подожди. Ма ты. Оля Сикьяма. А, detto apposta per fare la Bia Maria. Io somiglio, non somiglio. Sei brutta, più bella di te, 100 volte. Capito? Scusate, ci capelli un po' spettinati. Fatemi il sistema. Dai. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Niente di dire. Ha rotto le palle. Говорит, Оля, я специально сказала, говорит, чтобы Марина привнимала. Ой, пересрал, потому что я же ничего не вырезаю. Так она, может, меня не смотрит. Они ведут прямые трансляции и мукбанки. Очень интересно, кстати, когда она вот первый раз с его детьми встречалась. Посмотрите, какая девка красивая. Вообще просто. Она такая заводная, она такая, у нее столько харизмы, очень, она смотрится очень легко канал. Так и называется Оля Белис. А вот, кстати, написано, что она в Меланезии сейчас живет. Меланезия, Меланзана. Малайзия. Господи, Меланезия. Сейчас еще переселю ее в другой город. Девка вообще просто, просто атомная. Просто с ней настолько весело. Она настолько артистичная. Мне кажется, что я вот о многих тут говорила, но это вот, наверное, один из тех каналов, которые, я вам скажу, девки, вы не пожалеете. То есть вы будете отдыхать душой и телом. Вот честное слово. Вот я это говорю не потому, что мне нужно сказать, а я это вот просто говорю, потому что она меня зацепила. Очень чумовная, в хорошем смысле слова. Как вот муж на русском разговаривает. Муж очень симпатичный. Они в Киеве расписались. Расписались в Киеве они.
Вот. Детей у них еще своих нет, но они планируют. Мне вообще кажется, что это будет очень интересный канал смотреть именно тогда, когда вот она забеременеет, потом появление ребенка. Тем более для нее будет первый ребенок, а у него это уже будут второстепенные дети, ну вторые дети. Вот они с семьей здесь снимали челлендж. Не знаю, мне очень нравится. И название очень офигенное. Оля Бейлис. Запоминается очень легко. Оля Бейлис. Точно так же, как я могла быть Марина Мартини. Мне принесли хлеб, вот такой вот, это китайский хлеб. И сейчас мне принесут супчик. Принесли уже пиво китайское, но оно, ну не знаю, оно какое-то невкусное, как вода. Так что, девчонки, переходите на канал Оля Бейлис. Обязательно подписывайтесь и пишите, что вы от меня. Я не знаю, смотрит ли она меня. Хотя я видела, она меня комментировала. Обалденная, обалденная. Олька, я тебя люблю. Не знаю, я на тебя присела, я тебя смотрю прямо, прям смотрю, вот прям смотрю. Очень нравится. И оставайся такой же, не это самое. Не меняйся. Потому что ты очень классная, очень крутая. Так долго несут. Я себе заказала бульончик. Мне очень нравится, как они делают. Ну, я заказываю у него не по меню, там вот этот супчик, а заказываю ему, как я. Ну, как он уже знает уже. Мы сколько? Квантиани сямахуа. Аманжак, виндичи. Наверное, лет 15, наверное, здесь. Да, 15 лет уже. Я его лично знаю. Франко. Вот, и он знает, как мне уже надо делать. Все, девочки, я мясо не ем, но рыба дорого стоит, ну что делать? Он говорит, Карло говорит тоже, говорит, сейчас, ты, говорит, рыбу заказала, говорит, сейчас тебе такой счет принесут. Я говорю, ну а что, ну один раз что, можно себе побаловать. Кстати, Наташечка, Наташа, Наташа, фамилия на букву З, огромное тебе спасибо. Она поймет, если она смотрит видео, она поймет. Огромное спасибо тебе, во-первых, огромное спасибо. И огромное спасибо тебе за то, что ты прикрепила еще комментарий. Мне очень приятно. Мне очень приятно, что если мои видео кому-то помогают. Я не буду сейчас зачитывать. Ну, если Наташа меня смотрит, она поняла. Вот, так что, Наташка, за твое здоровье сегодня, значит, получается. Вот, огромное спасибо. И очень было приятно почитать, что мои видео действительно кому-то помогают. Выходить из каких-то трудных ситуаций. И, блин, ну, значит, не зря я живу. Понимаете? На улице, девчонки, жара, влажность, и прям вообще такая погода, у меня вообще ужас. И так это все долго, очень долго. Принесли, девчонки. А что это? Ну, это не мое. Франко! Scusami, ma questo cos'è? Sono 22 siamo gli spediti, 22 ci siamo fuori. Ah, e sì. Il brodino? Brodino è un pubblico, ma si domanda. Ну попробуем, он говорит, это твое. Я вообще не знаю, куда я квеста рука. Что такое? Вообще не могу понять. Ну я первый раз заказываю такое. Это типа овощи. Пророщенная там и пшеница, по-моему, есть, и все такое. Сделанные морковка. Вообще, зачем это заказала? Карл, ну на где надо как-то ее? Сделана на пару. А ну, Карл, сам. Адис. Не дай ему пуке. Не пуке, а деризу. Только? Дай одну ложку риса. Ну, не, ужасно, я non voglio più ordinare una cosa di genere. Это Светка моя, кума, любит вот такой вот, такие вот овощи. Ну, хорошо. В принципе, бона, если есть, вот как типа, я ем же эти самые салаты, мне нравятся, да, то в принципе, зря я рожу скрутила, то есть в принципе нормальный салат, то есть кто хочет похудеть, нормальный салат, порезали, все это сделали на, как его сказать, на пару, как гарнир к чему-то можно использовать. Рис очень вкусный.
И ризу, ризу, как называется, кантонези? Как? Таландези. Там курица, гамбироны, ананас. Очень вкусно. Вот мы все время, когда домой заказываем, такой заказываем. Очень вкусно. Просто бомбовский. Вот просто вот вкусно очень. Не спеши, кальмати, ну теперь не несу. Боится, что я у него не заберу или что. Спеши так. В принципе, зря я скрутила рожицу. Правильно, Марина. Нефиг обжираться. Наоборот, очень классно. Я заказала себе хлеб китайский, чтобы съесть суп. Он съел уже два моих хлеба. Если я полезу к нему в тарелку, смотрите, вот это вот, значит, задраный суп, вот бортаты. Смотрите, как он рукой закрыл, потому что если я залезу... А, это ты сейчас делаешь. Сначала, когда я камеру снимала, он... Видите, закрывается. Так ты съел мой хлеб, съел. Вот иди, говорит, пожалуйста. Нет, нет, нет. Я говорю, это мой хлеб, говорю. Кто за него платить будет, говорю, теперь? Мы платим каждый за себя. Давай теперь плати мне за хлеб тогда. Паги мне перпаны. Ну, две порционы, говорит. Давай, просто мне. Вот такие вот мне принесли красивое. Очень блюдо. Это рыба, видите? Но я сначала хотела есть суп. Просто мне укару. Кости. Кость хочу ведере. Ну, а ветчина. А ветчина тебе хочу ведере. Ascolta, ora mo mi fa incazzare, prendi la telecamera, ancora. Ma, lì va. Bravo. Guarda come fa. Блин, все сидит, считает, сколько сейчас мне принесут рыбу, сколько будет стоить рыба. Ты в свою тарелку смотри. Думай о себе, обо мне подумают. У меня есть кто обо мне подумает. Вот это вот, конечно, я... Мы друг друга не поняли. Отношения выясняем. Жадный, на жвачку жадный, прям жадный. Это ужас, когда мужик жадный. Я в кино видела, как мужчины за женщиной ухаживают, они ей подкладывают в тарелку, накладывают, налаживают. А этот все у этого жаба задавило. Как это так? Как ты заказала рыбу? Ты же рыбу заказала, кто? Как ты за нее заплатишь? Траком кверху. Гамбирончики. И овощи. Перчик. Ого. Это моя рыба. Ого. Vuoi un po' per provare a assaggiare? No. Assaggio? No, per assaggiare? No.
У Карла уже второе морожка, это уже второе ест. Ой, извиняюсь, а у меня первое. Это мороженое в тесте. Блин, я все съела, рыбку съела, ребят. Я бы еще поела бы сейчас. Сайку, кстати, его людей, орами, минута фамы, где гамберона лапястра. Я бы сейчас съела бы гамберонов на лапястра. Ну, съела бы вот эти вот на гриле.